progress. Всем привет! Buenos días a todos. Как меня видно, слышно, все ли хорошо? Me escuchan bien? Me ven bien, todos? Сегодня мы с вами поговорим о бренде. И, конечно, это для меня лично очень важная тема, потому что именно бренд сделал мне имя, и именно с бренда ко мне приходят люди в структуру и команду и сами просятся. Мне очень часто даже не приходится искать хороших людей, свою структуру и команду. Они приходят сами. Hoy vamos a hablar de la importancia de la marca. Muchas gracias a la marca. La gente me busca sola. Yo no tengo que buscarlos, no tengo que estar reclutando, porque las personas, por conocer la marca, vienen solos a mí. На самом деле, для меня бренд – это очень легко и очень просто. И это самый легкий способ продвижения, потому что я никогда не стеснялась и не боялась камеры. Para mí, la marca es el modo más fácil de seguir creciendo, porque yo nunca he tenido miedo a las cámaras. И, конечно, я поняла самую важную вещь, когда мы начинали 8 лет назад бизнес, писали посты в соцсетях, снимали видеоролики, снимали видео о товаре, о продукте. Мы даже не представляли, что в итоге получится, и что к нам будет приходить столько много людей и проситься к нам сами. То есть сначала мы работаем на бренд, может быть, даже года полтора, а потом бренд начинает очень интенсивно работать на нас. Hace 8 años, cuando estábamos empezando, no teníamos idea de todo eso, nomás estábamos subiendo las publicaciones y los videos a las redes sociales. Y lo que les quiero decir es, primero, nosotros trabajamos para la marca y después la marca trabaja para nosotros. И вы знаете, я заметила очень важную вещь. Когда мы сами верим в продукт, в маркетинг-план, в надежность бизнеса, в то, что мы тут можем развиться очень хорошо, то вот мы сами, когда верим, то и нам люди очень хорошо верят. Y lo que entendí, cuando nosotros creemos en el producto, en la marca, en la calidad, en el negocio, en el plan de negocios, la gente también empieza a creernos y vienen solitos hacia nosotros para poder trabajar y ganar más dinero. Я считаю, это самым главным секретом роста в бренде. Если верите вы сами, то и вам всегда будут доверять. Это самое важное. Yo creo que es el secreto, la importancia de nuestra marca. Si nosotros creemos en la marca, también la gente nos va a creer. Eso es lo más importante. Ну и, конечно, очень часто, когда моя команда, в моей структуре и команде уже 200 тысяч человек, и когда моя структура и команда говорит, что «Аня, у меня что-то не получается», я им всегда говорю: «Начинай общаться с людьми, которые к тебе пришли, и ты увидишь рост». Yo en mi equipo ahorita tengo más de 200,000 personas, y cuando alguien, una persona de mi equipo me dice no me está yendo bien o tiene algunas dudas, yo siempre les doy un consejo que tienen que empezar a hablar y comunicarse con las personas nuevas que vienen al equipo, y así van a ver el crecimiento. Можно следующий слайд. Итак, рост на бренде для меня лично это возможности, которые, как бы даже, ну, как даже сказать-то, охваты людей, аудитории, есть что продвигать в рекламу. Para mí el crecimiento en la marca es algo que me ayuda a promover la marca en las promociones. Да, то есть я пишу все, абсолютно все, все новости от компании, все свои главные новости пишу. Yo siempre escribo todas las noticias de la compañía, las mías personales. И, конечно, когда
например, группа или личная страница идет в продвижении, в таргетированной рекламе, люди смотрят на мои посты, на мои видео, на мои фотографии и приходят ко мне. Y claro, cuando la gente ve el target, la promoción pagada en redes sociales, ellos ven mis fotos, mis publicaciones, mis videos y vienen a mí. Также я заметила, что если не вести бренд, то команда растет медленнее. También noté, si no estamos llevando el branding o la marca, el equipo crece más lento. Потому что когда я что-то выкладываю, они тоже мотивируются вместе с кандидатами на бизнес. Porque noté cuando yo cuando subo algo a redes sociales, ellos también se motivan como los candidatos al negocio. И, конечно, это огромный пример команде. Когда я начала вести бренд, проводить вебинары, то и вся команда тоже начала это делать. И получился рост геометрической прогрессии. То есть все начиналось с меня, как с наставника. И también noté, cuando yo empecé a llevar mi marca a las redes sociales, noté que mi equipo también empezó a hacerlo. Y el crecimiento de nuestro equipo fue como en progresión geométrica. И todo empezó desde mí, como una tutora. Очень важно для меня показалось это то, что люди, которые ко мне приходят с бренда, они уже меня знают, потому что они посмотрели мои сторис, мои посты, мои видео, вебинары, прямые эфиры, и они уже мне доверяют и уже знают, что их ждет, и их уже надо меньше обучать, и они более замотивированы. Y también sé que la gente que viene a mí desde la promoción de redes sociales ya me conocen, ya han visto mis videos, ya han leído mis publicaciones, ya han visto mis lecciones de clases en línea, ya están mucho más motivados y ya los tengo que educar y capacitar mucho menos de lo que se necesita con otra persona. Можно следующий слайд. Бренд я веду везде, где мне хочется. Вот прямо везде, потому что я понимаю, что иногда в одной соцсети видео залетает и очень много просмотров, а в другой соцсети нет. Но я никогда не расстраиваюсь, потому что понимаю, что следующий ролик может залететь, например, на Ютубе, а другой ролик в Инстаграме. Yo llevo mi marketing en todas las redes sociales posibles porque conozco de mi experiencia que si subo un video nomás a Instagram, puede tener muy pocas vistas y al siguiente día si lo llevo a YouTube ya va a tener millones de vistas. Así que todo el tiempo trato de subir a todas las redes sociales mis videos. Можно следующий слайд. Как я веду бренд? Я обязательно всегда, каждый день пощу сторисы по 3 минуты в день. ¿Cómo yo llevo mi marca? Yo todos los días obligatoriamente estoy subiendo las historias en Instagram por 3 minutos al día. Что я пощу в сторисах? Обычно свою личную жизнь. А что я, например, там съездила папу с днем рождения, поздравила. Или сегодня будет проходить вебинар. Или что я себе купила. Или я делаю макияж. Или вот как, например, сегодня я ходила на стретчинг, на растяжку, спортзал. И все это сняла и тоже выложила. ¿Qué es lo que normalmente subo a las historias? Son mis cosas personales de la vida cotidiana. Cómo felicité a mi papá con el cumpleaños, cómo fui de shopping, cómo hice la tarea con mis hijos. O, por ejemplo, hoy fui a una clase de estiramiento, así que también eso lo subí a las historias. Например, если я пошла на спорт, то я обязательно рассказываю, что я в футболке Faberlic, в штанах Faberlic, что у меня кроссовки Faberlic. Por ejemplo, cuando yo voy al gimnasio, ahí siempre estoy tratando de contar a las personas que yo traigo una playera de Faberlic, unos pantalones Faberlic, e igual los tenis también son de marca Faberlic. А так как наш сайт Faberlic реферальный, то я всегда прикрепляю ссылочку сайта Faberlic. И если человек захочет ко мне что-то у меня купить, он проходит по этой ссылке и автоматически попадает в мою структуру и команду.
Y también siempre trato de adjuntar el link a mis historias que es de Faberlic. Y si la persona hace el clic a este link, esa persona automáticamente llega a mi equipo y a mi estructura. Se pasa a la página bajo mi tutoría. Если я, например, снимаю макияж, я обязательно показываю и называю артикулы всех продуктов, которыми я делаю макияж. Например, мой сегодняшний макияж – это полностью продукция Faberlic, и даже лак для волос тоже Faberlic. И я это тоже все сняла, но еще пока не успела выложить, но обязательно выложу после вебинара. O también cuando hago los videos de maquillaje, a todas las personas que me están viendo les estoy diciendo qué artículos estoy usando de la marca. Por ejemplo, hoy todo mi maquillaje está hecho por Faberlic y hasta el spray para el cabello también es Faberlic. Aún no lo subo a las historias, pero después de selección lo haré. Многим людям очень сложно вести бренд, но на самом деле я рекомендую вести бренд до того уровня, до которого вам удобно и комфортно. Не нужно выносить всю свою личную жизнь, в соцсети. Это действительно очень тяжело и неудобно. И из-за этого можно выгореть и вообще перестать работать. A muchas personas se les hace muy complicado y difícil y cansado llevar las redes sociales, pero todo hay que hacerlo con medida. Yo sé que no es fácil llevar toda la vida personal en las redes sociales y si lo hacen, es muy fácil cansarse y ya no querer seguir trabajando más. Ну что ж, про сторисы поговорили, перейдем к постам. Посты я стараюсь писать через день. Обязательно пишу их через день, потому что для меня очень важно рассказывать все, что происходит в компании. Какие она награды получила, какие бонусы она предоставляет. Что у меня в жизни происходит с помощью компании? Например, недавно мы ездили в Москву, в Петербург, а потом в Таджикистан, Казахстан и Калининград. И я все это выкладывала, потому что только благодаря Faberlic и только благодаря доходу Faberlic я могу путешествовать всей семьей по всему миру. También subo las publicaciones normalmente las subo un día sí, un día no. ¿Qué es lo que cuento ahí? Es más de la compañía. Por ejemplo, en días pasados hice un tour, fui a Moscú, a Petersburgo, a Tayikistán, a Kaliningrado y todo eso gracias a la compañía y eso trato de publicarlo siempre en mis publicaciones contando de las ma de la marca, de los bonos y de todos los privilegios que te puede dar Faberlic. Да, и я всегда говорю, что я счастлива, что у меня свободный график, я могу зарабатывать столько, сколько захочу, что в компании очень много премий, акций, бонусов, и благодаря этому я получаю очень много подарков как покупатель, очень много бонусов как бизнес-партнер. Y también siempre trato de decir de los privilegios de la compañía, que muchas gracias a Faberlic, yo recibo bonos, hay personas que aprovechan las promociones y gracias a todo eso tengo privilegios bastante altos de la compañía. Также я снимаю длинные ролики. Что это такое? Когда ко мне приходит товар с продукцией, я ставлю камеру, LED-штатив, и обязательно снимаю прямо все от себя, что мне пришло, зачем это мне нужно, для кого я это заказала. И всегда в роликах я рассказываю, что у меня действительно огромные заказы на 1000 баллов, и это все благодаря тому, что я помогаю своим родителям и родителям мужа. Они уже давным-давно не ходят в магазин, а пользуются только продукцией Faberlic. И причем я с них не беру деньги, я им просто так каждый месяц покупаю все, что им захочется. También hago los videos largos en YouTube. ¿Cómo lo hago? Normalmente cuando hago el pedido y me llega la caja, las cajas que yo pido ya son bastante grandes, son pedidos de 1000 puntos, y nomás pongo el celular o la cámara y estoy grabando mi unboxing, o sea, todo lo que estoy sacando de las cajas. Compro tanto porque estoy tratando de ayudar también a mis papás y a mis suegros. Ellos ya nunca van al súper, todo lo que compran es de la marca Faberlic y yo los apoyo con eso.
И, конечно, когда я снимаю вот такие длинные обзоры по 20 минут, по 40 минут, все подробно рассказываю, я эти обзоры потом рассылаю по своей структуре команде на почту. У нас же в распечатках Faberlic, на сайте официальном есть распечатки, и там можно увидеть WhatsApp людей, сотовые телефоны, почты. И вот я полностью все рассылаю через это. Normalmente después de hacer ese video largo, que son los videos de 20, 40 minutos, donde estoy hablando muy detalladamente de todo el producto, después lo trato de enviar a todo mi equipo. Ya ven que en la página de Faberlic podemos sacar los números telefónicos de nuestro equipo y ahí los agarro y trato de enviar a todos este video para que lo vean. Также я снимаю клипы, рилс, шорсы ежедневно на свои страницы, в свои соцсети. También hago los reels, todos los días en mi página, en mi red social. Из-за того, что я их снимаю каждый день, они залетают в реки, там бывает много просмотров, и получается, что людям интересно смотреть формат коротких роликов, а в коротких роликах я уже могу рассказать про продукт, про то, что скоро будет вебинар, или про бизнес, или что-то из личной жизни. Normalmente los videos cortos como Reels ahorita les gusta más a la gente y como los subo todos los días se van a muchas vistas y en esos videos normalmente trato de promocionar mis próximas capacitaciones o algo de mi vida personal o simplemente cuento del producto. Также я провожу прямые эфиры, обязательно для структуры и команды. И если нет никаких тайн, например, эфир по маркетинг-плану, то я его обязательно провожу в открытой группе, в своей рабочей открытой группе и в социальных сетях. И получается, что другие люди тоже смотрят, им становится интересно и тоже могут зарегистрироваться ко мне. También hago los videos en vivo una vez a la semana y normalmente lo hago en mi red social, en la página abierta, en mi cuenta pública, donde muchas personas vienen a verme y también esas personas que recién me conocen pueden llegar y entrar a mi equipo también. И получается прям два действия в одном, потому что я и обучила структуру команду, и тут же посмотрели другие и увидели выгоды маркетинг-плана. Aquí estoy matando dos pájaros de un tiro, porque aparte de educar a mi equipo, enseñarles cómo es el plan de marketing, vienen más personas para conocerme. Фотографии. Простые фотки, там, без постов, без слов, без всего я выгружаю очень редко, потому что считаю, что они сейчас не работают. Больше работают прямые эфиры, вебинары, клипы и сторисы. То есть видео. Хорошо работает видео. Las fotos, así las publicaciones de simplemente una foto sin ningún texto ni nada, las subo muy rara vez porque me di cuenta que ahorita lo que le gusta a la gente es ver videos y ver cosas en vivo. Хотя я очень часто хожу на фотосессии. Почему я очень часто хожу на фотосессии? Потому что все свои ролики, все свои клипы, я стараюсь красиво оформить красивыми обложками, и мне нужны и профессиональные фотографии. На фотосессию я хожу раз в 2-3 месяца. Pero voy muchas veces a las sesiones de fotos. Siento que es muy importante porque todos los videos que yo subo quiero que tengan una portada muy bonita. Así que voy a las sesiones de fotos profesionales una vez cada 2, 3 meses. Можно следующий слайд. Так, и, конечно же, что нужно для бренда? Это вот лично для меня очень обязательно. Это удобные гаджеты. Когда я путешествую или я нахожусь дома, у меня всегда под рукой три телефона. Обязательно Samsung, обязательно iPhone, потому что там разные функции. Всегда ноутбук, компьютер, видеокамера, микрофоны. ¿Qué es lo que necesitas para promover muy fácilmente tu marca? Normalmente yo en lo que confío es en equipo técnico,
Cuando viajo, yo siempre tengo un Samsung, un iPhone, porque son funciones diferentes en cada teléfono. Siempre viajo con una cámara, con un micrófono, todo eso siempre trato de tener conmigo. Да, поверьте, это очень хорошая инвестиция в свой любимый бизнес, когда вам удобно работать, когда у вас хороший свет, когда вы что-то снимаете и у вас не трясется рука, а все красиво и ничего не размазывается, не трясется. Это очень эстетически здорово смотрится. Créanme que tener este equipo técnico es muy importante y muy cómodo para ustedes mismos cuando están grabando algo y no les está temblando la mano, cuando tienen una luz profesional, todo eso se ve muy bonito en la imagen y la gente confía más. Да, также у меня много очень селфи-палок, которые я беру с собой в различные поездки, потому что они помогают мне, допустим, я могу даже просто телефон туда вставить, поставить на стол, снять видео и быстренько его выгрузить. И у меня видео всегда будет, да, через микрофон, с камерой, микрофон у меня беспроводной, радиосистема небольшая, маленькая. И я снимаю и всегда, что бы ни было, даже если я в аэропорте, даже если я близко там, допустим, к воде, к реке, там еще что-то, звук всегда наичистейший, клевый, классный. И людям меня легче воспринимать. Чем легче мы, чем больше мы подстраиваемся под свою аудиторию, чем ей с нами удобнее, вот это очень важно, чем с ней с нами удобнее и комфортнее, тем больше они с нами остаются, больше нас смотрят, ролики продвигаются, идут вверх. Siempre cuando viajo tengo muchísimos selfie sticks, los palitos para el celular, y siempre cuando necesito grabar algo, no importa dónde esté, puede estar en el aeropuerto, puede estar al lado del agua, ya sea en el mar, en el lago, trato de tener siempre buena calidad de la imagen. Aparte tengo un micrófono inalámbrico y el sonido siempre es excelente, no importa lo que está pasando alrededor. Siento que es muy importante porque entre más nosotros estamos cómodos para el equipo, ellos se quedan más cómodos con nosotros, nos ven más tiempo y los videos están subiendo de vistas muy rápido. Обязательно нужно очень хорошо знать маркетинг-план компании Faberlic и знать всю продукцию компании Faberlic. Лично я все заказываю, все до единой новинки у меня со временем появляются. Es muy importante conocer muy bien el plan de marketing de Faberlic y conocer los productos de Faberlic. Por ejemplo, yo todas las novedades de la compañía las tengo en la casa, siempre las tengo presentes. У нас есть огромный продуктовый чат, конечно же, он русскоязычный, и там я девочкам выкладываю красивые, клевые, классные клипы. И они могут брать себе, выкладывать на своих страничках, если не умеют это делать сами. То есть я до такой степени хорошо научилась вести бренд, что помогаю своей структуре и команде, кто стесняется, и делаю это за них. Tenemos un chat, es en ruso, donde están todas las personas y yo subo los videos de los productos muy bien editadas, muy chidos los videos y les doy oportunidad a todos a toda la gente de mi equipo que tienen miedo o simplemente todavía no saben cómo manejar las redes sociales para que puedan tomar esos videos y subir a su página. Así que les ayudo también a mi equipo a hacer el video y llevar la marca a otro nivel. И, конечно, тут мне очень хорошо помогает то, что я наизусть выучила и маркетинг-план, и я знаю каждую помаду, каждую тушь, каждый парфюм. И мне очень нравится, когда мои новички у меня спрашивают: «Ань, ну как этот парфюм звучит? Расскажи мне, пожалуйста». А я знаю, что я его слушала, и те, кто у меня зарегистрирован, от меня всегда получают правдивую информацию, потому что я пробую все подряд. И, конечно же, те, кто еще не зарегистрирован, посмотрят меня и подумают, приходить ко мне, покупать ли у меня. Claro que conozco cada producto de la compañía. Mucha gente viene conmigo y me dicen, oye, ¿y ya oliste ese perfume? ¿Cómo huele? Danos la reseña. Y yo conozco no solo por la página o por experiencia de contados, es mi propia experiencia que he probado
casi todos los productos de la compañía, les puedo contar que cómo se siente el perfume y ellos me confían y vienen a mi equipo. Обязательно нужно знание акций для покупателей и бизнес-партнеров. Почему? Потому что когда мы все это с вами знаем, мы можем рассказать какие-либо примеры. Например, вы представляете, у меня новичок только пришла, сделала заказ и уже со вторым заказом, например, получает такой вот подарок классный. И я его кручу в руке и говорю, кто захочет такой же подарок, приходите, приобретайте себе в дом продукцию, и у вас будет такой же подарок. И люди действительно приходят. Es muy importante también el conocimiento de las promociones, como por ejemplo si viene una persona nueva, hace un pedido y ya le están llegando los regalos con el segundo pedido, yo agarro ese regalo, lo estoy enseñando en mis manos, diciendo, ¿quién quiere igual? Así que pidan el producto para su casa y con el segundo pedido van a tener el regalo. Самое классное, что мои новички меня дублицируют, директора дублицируют, обучаются, придумывают что-то свое. И когда мы огромной дружной толпой в 200 тысяч человек начинаем что-то продвигать, рост всегда бывает. Lo que se me hace muy padre que todo mi equipo trate de copiarme. Si yo empiezo a hacer videos, ellos también. Si yo empiezo a promocionar productos, ellos también. Y cuando nosotros con un equipo grandioso de 200.000 personas empezamos a hacer cosas juntas, el equipo empieza a crecer mucho más. И, конечно, очень важна улыбка и отзывчивость. Иногда в соцсети выходят такие вот буки, и у них ничего не хочется покупать. Вот. А иногда видишь девчонок клевых, классных, позитивных, которые действительно восхищаются продуктом, и к ним тянется душа и хочется купить. También es muy importante la sonrisa y la actitud de las personas. Por ejemplo, a veces en las redes sociales ves a las personas súper negativas y así, y pues ni siquiera quieres ver sus videos. Y cuando ves, a veces salen las chavitas ahí súper sonrientes con toda la actitud, claro que la gente va a reaccionar muy rápido a eso. Я всегда слежу за своей командой и структурой, ну, сколько могу успеть. И, конечно, ругаю даже девчонок из своей команды, когда они сильно, ну, например, делают обзор и очень сильно шебаршат пакетами, и это невозможно смотреть. Или у них так сильно трясется камера, что все размазано и ничего не понятно. Или они неправильно посчитали, например, маркетинг-план и дают неверную информацию в соцсети. También trato de cuidar a mi equipo y hasta los regaño un poquito cuando las chavitas de mi equipo empiezan a subir el video de unboxing y empiezan a hacer muchísimo ruido con las bolsas. Eso es imposible de ver, no está cómodo para el espectador. O de repente dan información falsa, no estudiaron bien el plan de marketing. Eso es lo que no me gusta. Так, можно, наверное, следующий слайд. А вот, да. Знаете, для меня бренд это очень интересная вещь. Вот представьте 1000 километров, да, вот как тут написано. Сколько идти пешком, на велосипеде, на поезде и на самолете? Что вы выберете? Para mí, la marca la imagino como un camino. Imagínense un camino de 1.000 kilómetros y tienen varias opciones para llegar. Llegar a pie, en bicicleta, en tren o en avión. ¿Qué escogerían ustedes? Что вы верите? A ver, escríbanlo en el chat ahí, que escojan. Давайте посмотрим, что напишут в чате. Да. Хочется, чтобы Самолет. полет. Всех самолет. Самолет, конечно, выберут. Никто пешком идти не хочет? Nadie quiere ir caminando, puro avión. А, кто-то на велосипеде написал. О, спортсмены, молодцы. Hasta tenemos deportistas, ¿quién va en bici? Так вот, можно следующий слайд. Знаете, почему я вам задала этот вопрос? Потому что когда лидер строит структуру и команду без бренда, вот это то же самое, что идти пешком. ¿Saben por qué les hice esa pregunta? Cuando un líder empieza a
construir su equipo sin redes sociales, sin marketing, es lo mismo que ir caminando. А велосипед, поезд и самолет – это то, с какой интенсивностью вы проводите бренд и как вкусно вы его ведете вообще. И los medios de transporte, ya sea bicicleta, tren o el avión, eso depende qué tan excelente están llevando la marca en redes sociales y qué tan buena es la imagen y la calidad. Я думаю, понравилась, надеюсь, шутка. И, конечно, для меня бренд – это самый короткий путь к успеху. Это очень быстрый самолет. Y para mí маркетинг es el camino más rápido al éxito, es el avión de verdad. У меня есть люди в структуре команды, которые очень боятся проявляться. Такие люди запускают контекстную рекламу, например, да, то есть и у них все намного дольше происходит, потому что если они запускают только контекстную рекламу без себя, без своего лица, они не рассказывают ничего, то в итоге получается, что люди, которые к ним приходят, только покупатели, а на бизнес приходит очень мало людей. Tengo personas, diferentes personas en mi equipo, también tengo personas que les da miedo o vergüenza salir en redes sociales o llevar las redes así como muy, con mucho entusiasmo. Y lo que he notado, si esas personas normalmente empiezan a publicar los anuncios de contexto, o sea, solo hacen como un, comparten los anuncios de la página de Faberlic y la gente... Sí, viene a ellos, empiezan a comprar, pero no vienen a construir un equipo, no vienen a hacer negocios. И, конечно, вот две причины вообще проявляться. Действительно, очень важные и ценные две причины – это и пример команде, и свой быстрый рост. И вы знаете, когда в самом начале я начала проводить вебинар, я сказала неправильно всего одно слово. Я захлопнула ноутбук и ушла. Y es muy importante salir, es muy importante no tener miedo, porque aquí tenemos dos ejemplos. Eso ayuda a, ustedes dan ejemplo a su equipo, cómo actuar, y aparte tienen un crecimiento muy rápido. Les voy a contar una historia que cuando yo empecé, mi primera lección, mi primera capacitación, dije nomás una palabra mal, cerré la computadora y me fui. Я была тогда совсем на очень маленьком уровне, это 6% по маркетинг-плану. Estaba en aquel entonces muy joven, y solo tenía 6% de plan de marketing. И вы только представьте, я набралась смелости, открываю ноутбук, захожу в вебинарную комнату, и никто не ушел, все меня ждали. Никто даже не понял, что я это сделала специально. Все подумали, что я вылетела, и сейчас зайду обратно. Y imagínense, en ese momento entendí que no puedo seguir así con miedo, así que volví a abrir la computadora, entré a al Zoom, al chat, y toda la gente estaba ahí, nadie notó mi error, todos seguían esperándome, pensaron nomás que se me fue el internet y ahorita voy a volver. И потом, только через 2 года, я им призналась, уже тогда они были еще совсем маленькие, но через 2 года кто-то стал уже драгоценными директорами, элитными директорами, они же росли вместе со мной, и им на закрытом вебинаре для директоров я призналась, что вот так вот я боялась, что вот такое вот вытворила. Y nadie sabía del equipo, nadie sabía qué es lo que ha pasado, solo después de 2 años, 2 años después ya muchas de esas personas llegaron a ser directores de plata, de diamante, y estábamos en un evento de directores, y solo allí les pude confesar qué es lo que realmente pasó ese día hace 2 años. Еще очень такой душещипательный пример. Одна девушка ко мне пришла. Я ей помогала расти, работать, развиваться, давала ей обучение, добавила ее во все чаты. Она приводила людей, ее структура и команда приходили на мои вебинары. También quiero contarles un ejemplo más. Tenía una alumna, como quien dice, yo la capacité, le enseñé todo. Ella ya estaba trayendo a las personas, a su equipo, a mi equipo. Но так получилось, что она вот как будто не росла, как заколдованная. 2 года или 3 года она вообще не могла вырасти.
pero ella como que estaba hechizada durante 2-3 años, no podía crecer, no crecía nada. Мы уже не знали, что с ней делать. И регистраций было много, и с заказами хорошо. Но никто из ее команды не начинал работать. Ya no sabíamos qué hacer con ella. Teníamos muchísima gente registrada en su equipo, pero nadie en su equipo empezaba a trabajar. И потом я ей сказала, говорю, слушай, у тебя столько людей, ну выйди ты с ними, познакомься, расскажи о себе, пусть они о себе расскажут. Просто созвонись, сделай групповой звонок на всех. Y entonces le di un consejo, tienes tantas personas, sal con ellos, platica con ellos, habla con la gente, comunícate, o puedes hacer una llamada grupal con todo tu equipo. И как мы после этого случая в России смеемся, всей ее структуре, команде не хватало просто человечатины. Así que todos tenemos como una broma, todos aquí en Rusia nos reímos de esa situación. Lo que le faltaba a ella nomás era la humanidad. И, конечно, после того, как она провела первый вебинар, второй вебинар, она где-то через 2 или 3 недели утром пишет мне в таком огромном восторге: «Аня, у меня сегодня не было ни одной личной регистрации, а по структуре прошло 15». Y después de primera, segunda capacitación, me mandó un mensaje ella, muy entusiasmada y activa, diciéndome, Ana, imagínate, no tengo ni una persona registrada como de compradores, pero en mi estructura se registraron 15. И сейчас она национальный директор в подтвержденном статусе. И очень счастлива, что у нее много элитных, рубиновых, бриллиантовых директоров в структуре. Y ahora, a la fecha de hoy, ella es una directora nacional y tiene muchísimos directores confirmados de rubí, diamante, plata en su estructura. И, конечно, я за нее очень счастлива. Мы с ней очень часто вспоминаем, как она 2 или 3 года просидела почти что на нуле. Y claro que estoy muy feliz por ella y muchas veces recordamos esa situación cuando ella 2 o 3 años estuvo en ceros. Сейчас мы с ней вместе, как и с остальными элитными директорами, ездим отдыхать по всему миру. В Дубай, Мальдивы ездили, Доминикану, Бали, Шри-Ланку, везде ездим. Y ahora con ellas y con otras directoras. Estamos viajando por el mundo. Ya hemos ido a Maldivas, a Bali, a Sri Lanka, a República Dominicana. И она мне каждый раз говорит, пока ты меня не пнула, я не полетела. И все время смеется. Y cada vez me dice la misma frase: Si tú no me hubieras dado ese patadón, yo no hubiera volado. Y siempre se ríe. Да, вот поэтому вот такую силу имеет бренд, такую силу имеет простое, обычное общение с людьми и с командой. Así que tanta fuerza lo que les estoy contando tiene el marketing, tiene simple comunicación con el equipo. Поэтому проявляйтесь и будете расти намного быстрее, чем сейчас. Así que no tengan miedo, salgan y van a crecer mucho más rápido que ahora. И вот еще, знаете, очень интересное наблюдение. Ко мне недавно пришли директора из другой сетевой компании только потому, что я активно вела бренд. А увидели они меня 3 года назад. Y les voy a contar una historia. Hace poquito a mi equipo llegaron directores de otras compañías de multinivel y solo llegaron porque yo estaba llevando muy activamente mis redes sociales y me han visto hace 3 años, han pasado 3 años. Они очень любили свою компанию, но Faberlic оказался лучше и выгоднее. Ellos amaban a la compañía donde estaban, pero Faberlic resultó ser mejor y con más ganancias. Ее муж все посчитал, предложил ей, они нам позвонили, мы 2 часа с ними созванивались, и после этого звонка они со всей командой, большой, огромной, просто взяли и к нам пришли, и взяли программу «Быстрый старт» по рубиновому директору. Ellos tenían muchas dudas. Así que tuvimos una llamada, el esposo de ella, de esa señora,
sacó todas las cuentas y tuvimos la llamada de 2 horas. Así que después de esa llamada resultó que quisieron venir a trabajar a Faberlic y tomaron el programa del inicio rápido al director Rubí con todo el equipo grandísimo que tenían en otra compañía. Я ими сейчас очень-очень горжусь и благодарна себе, что когда-то я переборола все свои страхи, сомнения и начала действительно активно вести бренд. Hasta la fecha estoy muy orgullosa de este logro y estoy muy feliz que en aquel momento pude vencer todos mis miedos y preocupaciones y empezar a salir a la gente y empezar a estar en redes sociales. Я начала вести бренд с того момента, когда открыла уровень 9%, совсем-совсем маленькая. И сейчас, когда ко мне люди приходят, они прямо листают вглубь ленты и смотрят, и видят, что действительно я начинала с нуля. Сначала было все смешно, криво и косо, а потом стало все очень красиво, потому что я набралась опыта. Empecé a llevar el marketing, el branding, cuando tenía apenas 9%, y mucha gente hasta ahora que llega conmigo tratan de ver, pasan todo mi historial de publicaciones y vienen al inicio y ven que al inicio todo estaba mal hecho, poquito feíto, y con tiempo estoy empezando a hacer cosas más y más profesionalmente. Ура, мы с вами уложились в час. Жду от вас вопросы. Окей, ahora alguien tiene preguntas? Vamos a mandar el chat. Давайте посмотрим сейчас. Давайте посмотрим. Надеюсь, все рассказала. Кто не учит, не продает. Кто не показывает, не растет. Вот так написал один консультант. Угу. Действительно прав. Muy bien, Марк. Aquí traduje tu frase. Y sí. Tienes toda la razón, el que no enseña no vende, el que no se muestra no crece. Говорят, что один из самых лучших вебинаров по социальным сетям. Большое спасибо. Да вы что, серьезно? Я очень, конечно, старалась. Если захотите, я вам еще что-то расскажу, обязательно пишите мне. Спасибо моей другой Мальте, которая меня попросила все это дело провести. Я как-то вот не решалась, вот, а девочки сказали: «Аня, ты нам нужна». И вот я пришла. Ana, antes la pidieron llevar esa capacitación. Muchas gracias por sus comentarios de ser de las mejores capacitaciones de redes sociales. Nomás la preguntaron las chicas del equipo, te necesitamos, aquí está. Por si quieres escuchar algo más, ella aquí está disponible para todos los temas. Большое спасибо, Анна. Там какой-то вопрос про ссылку был, наверное, про ссылку с реферального сайта, да, какой-то был. А я не вижу. Так. Это я там помню, прочитала копий линк, что-то там еще, думаю, что-то линк, это ссылка, наверное. Вот, я как раз рассказывала, что я с сайта беру ссылочку, вставляю, и люди ко мне приходят. Мы просили ваши социальные сети, если вы можете поделиться своим инстаграмом с ними. Да, мы сегодня после встречи еще раз отправим в чат. Хорошо. А где этот чат? Я что-то не знаю. Я к команде хочу. Я есть в чате в WhatsApp, и у нас еще есть свой личный. Аня, вам отправили сообщение в Фейсбуке. Вы прекрасны. О, я, к сожалению, в Фейсбук сейчас не захожу. Да. Я сейчас... Аня, я вам отправлю ссылку на чат после мероприятия. Мы из Чапас, и мы в вашей линии. Да-да-да. Спасибо большое. Вы отличный лидер. Спасибо.
И вы тоже станете отличными лидерами. Все у вас получится. Главное – действовать. Я пришла в компанию, я вообще ничего не умела. У меня ничего не получалось. Я все делала 10 раз. Я одно видео записывала по 3 дня, потому что не умела монтировать и вырезать. Muchas gracias a todos ustedes por sus bonitos comentarios. Yo también cuando llegué a la compañía no sabía hacer nada, la verdad. Creo en ustedes que van a crecer grandes. Y hasta un video me estaba tomando 3 días hacerlo. Y también ustedes van a poder crecer. Вон у меня муж пишет. Анна Кононова, Фаберлик, Инстаграм. Все ссылки скидывают. Молодец, помогает. Анастасия, можете спросить, может быть, еще у кого-то есть конкретно вопросы по презентации, или, может быть, есть какие-то вопросы по работе с командой? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la presentación o alguna pregunta de trabajo con el equipo? Ну, пока люди пишут, еще чуть-чуть поговорю, да, наверное. Да. Хочу сказать, что для меня вообще этот бизнес открыл просто невероятные возможности. До этого бизнеса у нас не было ничего. Вообще ничего. Мы были в долгах, мы даже не могли торт ребенку купить на день рождения, понимаете? А сейчас мы уже задумываемся о покупке 4-й квартиры, мы хотим путешествовать, мы хотим все больше и больше развиваться. Мне очень благодарна моя структура и команда, говорят: «Аня, ты выросла сама и нас вырастила». И вообще прямо вот, знаете, такое счастье на душе. Yo solo quiero decir muchas gracias a ese negocio. Gracias a ese negocio yo pude crecer. Antes de eso no teníamos nada. Vivíamos en una situación muy difícil. No podíamos ni siquiera comprar un pastel de cumpleaños a los hijos. Y gracias a ese negocio ahorita estamos pensando en comprar ya cuarta vivienda, inmueble. Así que no puedo creer la suerte que tengo. Он какой-то вопрос sobre Faberlic. Что говорят люди, когда... Так, ну, не очень хорошо сформулирован, непонятно. Что вы говорите людям, когда к вам приходят спросить о Faberlic? О, я, честно скажу, я очень давно напрямую никому Faberlic не предлагала. ¿Qué es lo que les dice a la gente cuando se acerca a ellos para hablar sobre Faberlic? Me dice Ana que ya lleva muchísimo tiempo que ella no está... Я очень... Я очень красиво веду бренд, я стараюсь его очень-очень красиво вести, прямо от души, прямо вот по-хорошему, так, знаете, вот в душу, сердце вкладываю, да, в свой бренд, и все это запускаю в рекламу. Допустим, группу я веду, я все там полностью пощу, и сама группа запущена в продвижении. Люди заходят в группу, видят мой контент, и получается, вот регистрируются только потому, что я рассказываю о себе, о бизнесе, о продукте, о команде, веду вебинары, эфиры, и они заходят, смотрят, смотрят, смотрят. И я просто вот пойти к кому-то, что-то предложить, это уже не, вообще последние 5 лет не делала. Yo normalmente llevo muy bien mis redes sociales, así que la gente ya me conoce, o sea, conocen de la marca, de la compañía, vienen a mí gracias al marketing que estoy llevando en redes sociales. Cuento mucho del producto, cuento mucho de promociones, de la compañía, de marketing, de plan de marketing, así que la gente cuando viene ya me conocen, pero así que alguien viene y me pregunta algo de la compañía, ya llevo mucho tiempo que no encuentro eso. Вот так вот. Какой бренд вообще классный, и с ним невероятно легко, с брендом. La verdad es que marketing es muy chido y es muy fácil llevarlo y el negocio va muy rápido. Большое спасибо. А что вы говорите, если человек заинтересовался?
Имеют в виду. А, это другой вопрос, да, Антон? Имеют в виду. Он мне муж перевел, наверное, через переводчика. Или где он, как он смог перевести-то? Молодец какой. Вот. Если человек заинтересовался Фаберлик, я ему рассказываю про возможности Фаберлик. У меня есть свой собственный бот в Телеграме. Он закреплен во всех соцсетях, во всех, которые вот сейчас дали, он везде закреплен. Поэтому его можно посмотреть, но он, к сожалению, на русском языке. Но там я рассказываю все в этом боте. Маркетинг-план, способы регистрации в структуру команду, про ассортимент, о компании Фаберлик. То есть свою личную историю короткую рассказываю, да, то есть я в этот бот поместила все, и когда человек заходит на мою страницу и проходит в бот, а он у меня в самом видном месте закреплен, он сразу же уже, даже если меня не знает, он может со мной познакомиться, потому что там всего 5 видео по 5 минут. ¿Qué es lo que cuento a las personas de Faberlic cuando se acercan a mí? Normalmente yo tengo un bot en Telegram, en una red social. Este link a este bot está en todas mis redes sociales, en el lugar más visible. Cuando las personas hacen clic ahí, pasan a un link, a una página donde yo tengo 5 videos cortos de 5 minutos, donde cuento plan de marketing, promociones, cómo empezar y una historia corta personal de mi vida. Какие вы можете дать советы, чтобы вырасти, чтобы стать успешным? Чтобы вырасти и стать успешным, самое главное – это действовать каждый день. Para prospectar, los tips son actuar todos los días. Знать в совершенстве маркетинг-план компании, весь ассортимент компании и обязательно учиться говорить вкусно, даже не очень приятные вещи. Hay que conocer a la perfección el plan de marketing, todos los productos de la compañía y enseñarse a hablar bonito hasta de las cosas que no son muy bonitas. Да, у нас, например, был случай, когда закончился подарок по акции новичка, и людям пришлось ждать. И я это вывернула так, что вы представляете, какой ажиотаж. Вы только представьте, расхватывают все, как горячие пирожки, все заканчивается, все вообще, девчонки, просто продукция бомба, продукция огонь. Tuvimos un ejemplo, les voy a contar una historia corta. Una vez se nos acabaron los premios para el programa de bienvenida. Entonces la gente no estaba recibiendo sus premios y yo lo platiqué de tal manera diciendo que imagínense qué buen producto tenemos, qué tan buena es la marca, que todo se está yendo rapidísimo, la gente está inscribiéndose en cantidades impresionantes. Рост очень зависит от вашего запала и энтузиазма. Можно ругать компанию, например, да, вместе с новичками в чате, а можно все вывернуть на такой мегапозитив, что люди будут думать, правда, что-то я такое говорю, компания это супер, и я хочу в ней расти. Todo el crecimiento depende de su actitud, de su entusiasmo. Por ejemplo, ustedes escogen, pueden estar en un chat con principiantes regañando a la compañía y estar negativos, o pueden hacer esa chispa y convertir todo en algo súper positivo. Ну и, конечно, самый главный секрет роста – это приглашать и проводить вебинары, приглашать проводить вебинары бесконечно. Первые 2 года своей работы я каждый день рекрутировала людей в соцсетях, каждый день сама их звала, потому что у меня не было бренда, и через день я проводила вебинары по 1,5-2 часа. Вы только представьте. Y claro, al inicio, los primeros 2 años en la compañía, es capacitaciones, todo el tiempo estar haciendo capacitaciones. Por ejemplo, yo, primeros dos años, todos los días estaba en redes sociales invitando a las personas, buscando a las personas, y un día sí, un día no, estaba haciendo capacitaciones de 1 hora y media, 2 horas. У нас, Аня, расскажи про рекрутинг, что, например, у нас 20-месячные регистрации. Это так сказали или похвастались, или что это, Антон? Не пойму. Я вообще не вижу, где это.
Это в 20:33, если вы в России. 11:33. Да. На русском сообщении, но я не вижу этого сообщения на испанском. Вот, да, это он перевел. А где оно было, я не знаю. Так, что, например, у нас сегодня? У нас в месяц где-то от 300 регистраций бывает. Мы не сильно гонимся за количеством, мы очень сильно следим за качеством. Nosotros al mes, aquí había como una pregunta de reclutamiento. Nosotros al mes tenemos como 300 personas que llegan al equipo. Para nosotros no es importante la cantidad, sino la calidad de las personas que vienen. Прекрасная информация, отличные советы. Я желаю вам роста, удачи, везения, во всем вдохновения, море по колено и горы по плечу. Пусть у вас все получится. Жду вас каждого на статусе генеральный партнер. Les deseo muchísima suerte, muchísima actitud, buenas ventas. Siento que ustedes sí pueden lograrlo. A todos los espero en el estatus de socio. Да. Ну что ж, тогда мы прощаемся, да? Recording stopped. Да, Анна, спасибо вам огромное. Замечательно. Спасибо большое.